Здесь рыбы нет. Рыба есть. Ловить надо уметь. Ребят, всем привет. У кого добрый вечер, у кого добрый день, у кого доброе утро. Жара у нас стоит в Латвии просто сумасшедшая. Днем 35-32 градуса. Асфальт плавится, мозги плавятся. Рыба в полном отказе. Аномальное лето получилось. У нас сейчас 5 часов вечера. Только-только разобрались с делами. Какие-то тучки нагнало. Жара спала немножко. Так что мы с Полей думаем вечером съездить на рыбалку. Здесь буквально 20-30 километров находится река Даугава. И в ней живут судаки. Место это мы уже знаем. Были уже в прошлом году там. Кстати, пошел дождик, слава богу. Так что посмотрим. В этом году мы там еще не были. Будем пробовать ловить. Поедем часиков 7. Половим до 11. Сейчас находиться просто нереально на улице. Жара стоит нереальнейшая просто. Да и думаю, раньше 7-8 вечера соваться на реку смысла никакого нету. Будем собираться и в 7-8 вечера выдвигаться. Прицел чисто судак, хотя там есть и щука. Но прицел чисто судак. Возьму с собой джиг, тяжелый джиг, и будем ловить. Отвесный берег доломитовый. Глубина буквально сразу уходит вниз. Дно тоже явно каменное. Идеальное место для судака. Только бы он ловился. Да, если сказать, что палка кидучая, значит вообще ничего не сказать. Слегка размахнулся и полетело на 40 метров. А больше не надо, в принципе. Отстукивает просто здесь на ура. Стук прямо в душу. Дно каменное. Джиг-головка 18 граммов. У нас дождик пошел. Хоть и небольшой, но все равно какая-то отдушина после этой жары. Поле меня утешает, что еще рано для судака. Конечно. Успокаивает меня как может. Сейчас часов 7 вечера. Наверное, градусов 28 точно сейчас есть. Каждый шаг дается с трудом. Пока ни тычка не было, но я, в принципе, не рассчитывал, что в 6-7 вечера будет какая-то активность. Просто вот находиться на реке, да, вот как бы такой кайф. Живописно, красиво. Тишина. Благодать. Я думаю, если что-нибудь и будет, то не раньше 8-9 вечера. В принципе, мы с Полей думаем остаться до 10, если будет клев до 11. Загадывать не будем. Просто наслаждаемся природой, даже вот просто кайф побыть здесь. После шумного города, после работы, после бытовухи, после дел. Просто покидать. Кстати, вот взял сегодня, в числе прочего, тиогу. В таком цвете у меня уже была, но 2 дюйма, или 2,4, а это 3,8, если я не ошибаюсь. Ультрафиолетовая. Тиога вообще, я считаю, приманка номер один у Lucky John'а. Одна из топовых. Я Lucky John фирму не очень люблю, но тиога меня просто радует. Головочка 18 граммов, флюрик 16 либров, основной шнур 12 либров,
Очень хороший, кстати, Sunline. Восьмижилка. Здесь очень-очень острые камни. Тут валуны, в принципе, на дне. Дно, как вы видите, чисто каменное. Тут сразу идет бровка вниз. Буквально под берегом. Буквально сразу вниз. Вот ответственная, метр на два, на три. Поэтому на дне сплошные камни. Бывало, что два раза перевязывался за рыбалку. Флюр просто рвался. И стирался, и рвался. 20 либров. Вот такие вот дела, ребята. Палочка просто радует. Чуйка в самой кости. 18 граммов отстукивает просто на ура. Заброс. Малейшая просто подача палки и улетает за горизонт. Другое дело, что у меня уже, я посмотрел, шнур заканчивается. Нужно будет новый брать. Но это не беда. Не теряем надежды, ребят. Ловим. У Поли первая щука. Умничка. Поля так отреагировала, будто не там сом. Ой, я ей так проткнулась. Да нормально, держи. Держи мою палку. Ой, она отгрызла. Она отгрызла у тебя, держи. Сейчас держи. Какая пятнистая, такая красивая, такая мордашечку и расквасила немножко. Ты, наверное, одна здесь водишь, ты никого здесь больше нету. Да, я твою чуть об камни не долбану ее. Пойдет. Ну что, поздравляю тебя. Спасибо большое. Вернулись с Полей на вторую точку. Ой, уже, наверное, часов 10 вечера. На счету у Поли одна щука. Что она творит, непонятно со мной. Последние рыбалки. Не стыдно, Поль? Поле не стыдно. Полоем еще здесь. Нереальная просто красота, тишина, птички поют, кузнечики. Потом вернемся обратно на точку, полоем там и домой. Это зачетное. Не лови на вертушку, не лови на вертушку. Это зачетное. Дай мне хоть подержать. Сейчас, да, ты хочешь? Ой, как она зацепилась. Щипцы? Тут уже, понимаешь ли. Мишка, она оторвала сразу же. Ребята, вот опять-таки, зацените. Тройники от Мэпса. Просто тупо разогнуло. Красавица. Такая классная. Ну, жалко мне их есть. Я считаю, что отпустить надо. Поля у нас девочка великодушная. Отпускает. Давай, отпускай зачетную щуку. Умница. Я тобой горжусь. Ставьте лайки. Спортсменка, красавица, рыбачка. Еще не беру домой, не ем никого. Отпустила рыбку. Это ее была самая крупная щука. Это была ее. Кстати, это за все время это самая большая. Блин, это так классно. Я понимаю, что для кого-то это маленькая рыба, но. Это была реально ее самая крупная щука. Она так сопротивлялась.
здорово. Класс. Так что. Покажи вертушку. Удачи. Ну, мы ее там немножечко. Во, ребята, щучка. За кило. Тройники в хлам. Ну вот, спали эмоции, можно нормально говорить. Поле отпрыгало, отплясало от радости. Ну вот, Мэпс, Аглия, троечка. Щучка чуть больше, чем за килограмм, да? И вот такие вот тройнички она оставила нам. В принципе, погнуты все. Претензий, в принципе, к Мэпсу нету, это фирма-легенда. Ну вот, даже гнутая она вся. Опа. Но приманкой довольны. Поля купила ее буквально вчера. И сегодня же обловила самой крупной щукой своей. Ловим дальше, пока не стемнело, и домой. Ну вот мы и закончили рыбалочку, ребят. Поля сегодня у меня умница, как обычно. Не, я не ожидала. Не как обычно. Целых две щуки поймала. Я упирался в джиг. У меня сегодня был интерес чисто-чисто по судаку. Судак сегодня молчал. Зато Поля... Что ты сделала, расскажи. Я случайно на вертушку поймала щуку. Это все случайно. Поля скромница, говорит, случайно поймала. Ну, конечно. Тем не менее, у меня на джиг полный ноль, даже не тычка, скажу честно. Я могу сейчас сказать, у меня были тычки, ни одного тычка не было. Зато у Поли первая щучка мелкая попалась на джиг-риг с нашей литовской, ну, нашей, не нашей, соседи, литовской приманкой от фирмы Appetito Baits. Рачок был такой. А вторая щука у Поли влетела на Мэпс. Вчера Поля эти две вертушки купила и сегодня одну из них обловила. Если ничего не ловится, надо ловить на вертушку. Вот совет от умного человека. Если ничего не ловится, нужно ловить на вертушку. Да. Запишите в блокнотик, кому надо. Уже поздно, будем ехать домой, путь не близкий. Спасибо, что смотрите. Да, спасибо большое за комментарии, очень приятно. Спасибо, что комментируете, и без мата. Это очень важно. Матом не нужно, ребята. Да. Спасибо, что подписываетесь. Спасибо, да. Очень приятно, очень мотивирует. Ребят, ставьте лайки, реально лайки так мотивируют делать еще видосики. Да, Поль? Да, и, конечно, что мы желаем? Мы желаем больших трофеев. Да. Хороших поклевок. И себе, и вам. И себе, и вам. Все, ребят, да, пока. Все, до встречи. Пока-пока.